готовить и кушать. Ее будем на яичку кушать. Мы будем готовить завтрак для Ляли, да? Мы будем готовить завтрак из пластилина. Покажи, какой у нас есть пластилин. Тесто для лепки. Какой еще есть? Покажи. Пластилин классический и воздушный пластилин. Покажи, какой есть. Какой этот цвет? Зеленый. Зеленый. Какой еще есть? Вот такой у нас пластилин. Воздушный, три цвета. Синий, зеленый, красный, красный и желтый. Это и тесто для лепки. Да, давай это. Мы будем сейчас готовить. Для яичницы. А для яичницы какой нужен цвет? Белый. И? Желтый. Молодец, бери желтый цвет. Вот. Так. Мы взяли белый цвет, это наша яичница, сейчас добавим желтый. Давай свою яичницу, мы вот такой желточек сделаем. Клади ее на сковородку, яишенку, и на печку, вот так. Упала. Ну ничего, Ляля упала, ее можно поднять. И давай, у тебя там что, шкварчит яишенка? Готово, да? А давай теперь будем делать салатик. Мы сделали огурчики из пластилина, помидорчики. Мама, мы будем кусать. Да, нам теперь нужно нарезать его. Возьми ножик. Так, мам, сейчас мне потом покусим, а давай мне на яишенку покусим. Ну так давай салат сделаем сразу же, и яишенку, и сразу же покормим пупсика. Давай, бери ножичек и режь. Мам, вот мы... мне потом яичко кушаем, сосатка. Да, да, кушаем. Давай помидорки, огурчики режь. Это надо убрать. Убрать, правильно. Ешь. Режь помидорки. А, что там как-то... Прилип? Ну давай, режь на кусочки, раскладывай туда в тарелочку. Молодец. Будет салатик у Ляли. Да. Потом я лялишку как кушаю. Что там у нас еще? Огурчик. Ну как думаешь, может ему хватит салатика? Еще. Еще? Да. Один обойду, еще. Хорошо. Вот так отделяешь, да? Зеленую штучку отрываешь от помидора и режешь. Можно вот так. Сейчас давай я там. Оп, переворачивай. Вот. Клади Ляли тарелочку. Все. Так быстро поела? А салат ты ей дала? Да, еще она как. А чай? Ты будешь ее поить чаем? Вон у тебя чайничек есть. Чашечка, наливай ей чай. А там и водичка есть. Да, давай, наливай. Там и водичка есть. Хорошо. Там водичка есть. Угу. И вылила обратно. Ты сообразительная. Твоя Ляля позавтракала и куда пойдет? Вот из такой формочки. Вот мы вот так вот кладем сюда формочку. Ай, она кушает. Такая малинка получается. Надо кушать, кушать. Ня-ня-ня. Вы с садика пришли? Нет, я за ними делаю. Ух ты, какие фрукты у Ляли. А ну покажи, что там.
Голубика, арбуз, малина. Арбуз надо. Лимончик. Ну что, покушали? Теперь идите гулять? Нет. Не я готовлю, хочу на кислошки. Кослошки, где у нас кослошки? Ну пойдем покажем ей, какие у нас цветочки. Пойдем. Ух ты, какие одуванчики. А это морковь. Сила. Ну, возьми, и вообще не будет дохнуть, покушать. Все, вы погуляли? А-а. Что ты принесла, покажи. Одуванчики, а ну-ка дуй. Нет, они идут. А по всей, там и соски, чем Ну все, маши всем, пока. Пока.